Армен, чип-лидер финального стола ОРД. Армен, немножко расскажи о себе, мы о тебе мало что знаем. Ну, начал играть года 3 назад. В основном играл в живые турниры, начал недалеко от дома, казино Араку. Побеждал из 5 участий 4 призовых места. А откуда? Из Ростова ты, да? Да, с Ростовской области. Город, наверное, никто не знает, город Пролетарск. Пролетарск? Пролетарск, да. Ну, я надеюсь, что со временем многие узнают о нашем городе. Это мой первый мейн-эвент. Зашел я, конечно, очень поздно, только во второй день, в самом конце, после большого перерыва. Но пока дела складываются удачно. Надеюсь остаться в хедзапе с человеком, который помешал мне в финальном, это Дима Чок. В основном я котируюсь только на хедзапах, поэтому если я останусь в хедзапе, никакого страха нет. Цель не деньги, цель только кубок. Все друзья просят привезти кубок, поэтому цель только одна. А вот в России сейчас проблемы с офлайном, но в Оракуле единственное место, еще в Шамбале там, два казино, в которых возможны легальный покер на территории страны. Что ты по этому поводу думаешь и ждете ли вы там серию какую-то? Конечно, мы ожидаем, потому что Оракул сейчас развивается и будет более расширенный покер. Поэтому я надеюсь, что игроки будут приезжать также к нам в Ростовскую область, то есть в казино Оракул. Мы будем рады их встретить. Удобно ли или из Пролетарска доезжать до Азов-Сити, до казино? Ради покера расстояние не имеет значения. Армен, удачи тебе. Спасибо.